Бортовой журнал авиакомпании «Азал» получил премию Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России «Золотой Пегас России» в номинации «За высокий профессионализм и художественное оформление материала». 18 декабря в посольстве республики состоялась торжественная церемония. Перед ее началом президент гильдии рассказал, что международная премия была учреждена в начале 2000-х годов. Решение о ее присуждении принимается коллегиально. Для нас очень важен профессионализм во всем. В первую очередь фотографический и оформление. Значит, мы рассмотрели несколько изданий, и аэрофлотовских, и разных. И нашли изъяны, какие-то недочеты. А вот журнал, он просто произвел впечатление на наш коллектив. Так что заслуженная вполне награда. Вечер открыл посол Азербайджана Палат Бюльбюль-Оглы. Дипломат поблагодарил национального авиаперевозчика за высокий класс обслуживания и отметил, что «Азал» активно работает с Российской Федерацией. Могу сказать, что только между Баку и Москвой, включая «Азал», ежесуточно осуществляется 7-8 рейсов в день, а летом это количество доходит до 9-10 рейсов в день. Это практически больше 1000 человек ежедневно передвигается между нашими столицами. Все понимают, что авиакомпания – это дорогостоящее удовольствие, и держать авиакомпанию на высоком уровне очень сложно. И вот Джангир Аскеров – это тот человек, который возродил, можно сказать, ту славу, которая была у азербайджанского отряда аэрофлота и в советское время. А также дипломат выразил слова благодарности главному редактору Мусе Марджанлы. Портовому изданию в этом году исполнилось 10 лет. Как признался заслуженный журналист Азербайджана, присуждение награды стало для него приятной неожиданностью. Каждый номер у нас считает порядка 400 тысяч пассажиров, листает. Потому что наш журнал – это бортовой журнал, единственный, который показывает все страны, все успехи наши, Азербайджана, наша история, наше наследие. Муса Марджанлы сказал теплые слова в адрес коллектива и поблагодарил сотрудников за труды в непростом, но ответственном и интересном деле.